Здравствуйте, это наш Новосибирск Диалог, и я Вячеслав Горчаков. Горожане всех возрастов этой зимой смогут внести свою лепту в охрану окружающей среды. Сезон, как и весь уходящий год, будет богат на экологические акции. Какие именно, узнаем у председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марии Сидоровой. Мария Юрьевна, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Ощущение, что уходящий год был особенно богат на различные экологические акции, вообще на дискуссии о сохранении окружающей среды. Это так? Ну, на самом деле, наверное, это не просто так, а это стало современным трендом. Потому что люди, оказавшись непосредственно дома на определенное время, задумались о том, что действительно, что с нашим окружающим миром. И, наверное, еще и налицо было то, что, наверное, в сети интернет, везде в СМИ было распространено, насколько сократились выбросы загрязняющих веществ, насколько сократились, в принципе, влияние на окружающую среду. Да, конечно, одним из трендов стало увеличение количества отходов, но в целом люди стали задумываться больше об экологии. И в этом плане этот период ограничений стал определенным толчком для общественных инициатив, направленных на улучшение окружающей среды. Но давайте поговорим о том, что уже прошло или перманентно проходит, я имею в виду экологические акции. Вот, в частности, долгоиграющая акция «Мы за чистый город». Там снова рекорды поставили. Ну да, мы, наверное, даже не рекорды, а мы, наверное, стабильность – это наше мастерство, которое мы проявляем уже третий год подряд. Угу. Это, как обычно, как мы уже знаем, это порядка 100 учреждений, которые знают и любят этот конкурс. И непосредственно мы сохраняем свои тренды. В этом году, опять-таки, мы собирали и батарейки, и макулатуру, и крышечки. В рамках конкурса непосредственно собрали около 6 тонн батареек и 6 тонн крышек, непосредственно которые передадут на переработку, 11 тонн макулатуры. Единственное, все скажут, ну как же, школы были закрыты. Но несмотря на то, что школы были закрыты, наши дети, наши родители, которые непосредственно думают и как работают вместе с детьми в рамках нашего конкурса, собирали и накапливали эти непосредственно ресурсы, и потом уже в рамках дополнительных акций, которые мы проводили по сбору вторсырья, меняли на сладкие призы. Вы, наверное, имеете в виду акцию, которая проходила на площади Ленина, батарейка на конфетку, по-моему, так называлась. Да, конечно. Вот именно серия таких акций по сбору вторсырья, которая проводилась в том числе на площади Ленина, мы проводили, попробовали площадку на площади Маркса, и отклик от жителей Левого берега тоже получился. Непосредственно мы проводили батарейка за конфетку, переработка «Вторая жизнь», непосредственно зимний марафон. Эти все мероприятия, они направлены на пропаганду раздельного сбора. И отклик у людей очень шикарный. Они прям ждут и ждут анонсов. Но в данном случае, конечно же, мы их привлекаем тем, что они, сдавая на переработку отходы, то есть батарейки, макулатуру, крышечки, они получали небольшие сладкие призы. Мария Юрьевна, мне кажется, это логично, что срослись последние годы два тренда. С одной стороны, тренд на сохранение окружающей среды, с другой стороны, тренд на обустройство общественных пространств и дворов. И у вас создание комфортных условий, да, я бы сказала. Создание комфортных условий. У вас даже акция была «Экодвор». Да? В чем заключалась? Да, «Экодвор», мы его начали проводить непосредственно в прошлом году, и он немножко был более в другом формате. В этом году с условием пандемии мы немножко расширили, немножко виды изменили, но смысл этого акции в том, что на тех дворах, в которых проведены уже мероприятия по комфортной городской среде, то есть проведены мероприятия по расширению парковок, установке непосредственно детских городков, спортивного оборудования, проведено благоустройство. Для того, чтобы жители любили, ценили и улучшали дальше свой двор, проведено такое знаковое мероприятие, которое направлено так же, как на непосредственно улучшение двора, так и пропаганду, опять-таки, раздельного сбора. Если в 2019 году мы еще проводили квест среди детей всех этих дворов, то в этом году мы провели непосредственно озеленение. И самым главным трендом этого мероприятия является, что в нем участвуют не только жители домов, но еще волонтеры. Это люди, которые добровольно, увидев информацию в социальных сетях или в СМИ, пришли и помогали проводить это мероприятие. Таких волонтеров с каждым годом, то есть если сравнивать с 2019, больше. Но и также здесь еще и социальная составляющая. Мы в рамках этого проекта также приезжаем и собираем те же батарейки, крышечки, но непосредственно из вашего дома.
И таким бонусом является это сбор уже хороших вещей, но которые не нужны людям, для нуждающихся. И вы не поверите, мы порядка 180 больших-больших пакетов передали в нашу новосибирскую епархию для нуждающихся людей. Во всех дворах люди говорили: а можно еще? Можно вы еще к нам приедете, и мы хотим помогать. Видимо, можно, да, еще приедете. И мы планируем в следующем году немножечко видоизменить, и, может быть, даже на какой-то регулярной основе какие-то выезды сделать. Вы волонтеров также привлекали к тому, чтобы убирать берега реки, в частности, набережную, даже нашу Михайловскую. Да, сами жители, сами, наверное, как вы правильно сказали, диктовали тренд. Они убирали те места, где отдыхали. И мы поддерживали эти инициативы и в рамках акции «Чистый берег» убирали непосредственно озеро Надежда, Михайловскую набережную, дошли до тех мест, где раньше никогда не проводили уборку. Все акции проходили непосредственно с раздельным сбором отходов. В основном это места отдыха, и там очень много пластика, там много стекла, которое потом передается на переработку. Ну и, наверное, самым знаковым большим таким вот мероприятием из «Чистого берега» это была уборка Чемского бора. Вывезли рекордное количество, 6500 метров кубических отходов. Мы уже с вами говорили про то, что пандемия определенным образом сказалась на результатах акции, но Но пришлось ли переходить в онлайн с какими-то акциями, что-то отменять из-за этого? Вы знаете, да, но скорее это стало даже плюсом. Мы непосредственно 8 лет подряд проводили мероприятия для студенческой среды, то есть это студенты-экологи, эко-кубок. А в этом году мы его непосредственно перевели в онлайн-формат. И вы не поверите, онлайн-среда позволила нам, во-первых, привлечь наших коллег из ближнего зарубежья. У нас была команда непосредственно из Киргизии, у нас команда была из Белоруссии, из Гродно, и непосредственно наши новосибирские вузы, а еще Горно-Алтайск. Международный такой кубок получился, да? Да, и вот это, я почему сказала, то есть онлайн-формат, он позволил нам расширить границы. И ребятам, студентам посмотреть, как в других городах, в других даже странах можно проводить эти мероприятия. Одним из условий было провести уборку на время на своей территории. Тем самым, как вы понимаете, у нас было участников 12, они как минимум убрали 12 мест по всей нашей вот планете, да, и вывезли как минимум 700 килограмм мусора. Но у вас еще ожидаются экологические акции, давайте откроем секрет, что будет? Да, в этом году мы решили тоже воспользоваться онлайн-форматом и как раз непосредственно поддержали инициативу Ассоциации переработчиков Сибири, которая у нас в городе действует уже 10 лет, провести конкурс социальной рекламы «Эко-человек». В рамках этого конкурса непосредственно предлагается нарисовать на тему окружающей среды защиты плакат или снять там небольшой ролик, видео о проблемах. И самое главное, что мы планируем провести как бы переговоры, чтобы победители, лучшие ролики, лучшие плакаты мы видели с вами в городе. Спасибо, будем следить, будем рассказывать. Всего доброго. А я напомню, о прошедших и грядущих экологических акциях для новосибирцев мы говорили с председателем комитета охраны окружающей среды мэрии Марией Сидоровой. Это был наш новосибирский диалог. Собирайте батарейки.